чертоге камня. Здесь падает кузнечный жар, сласно ролит ее на меня. Давай, мана Гермия. Там камни, давай. Тут больше некогда. Пошел нахуй, медведь, блядь. Дверь какой-то дырявый его пробивает. Все, погоди, у меня что-то это... Сейчас, уйдите. Не стоит, короче, так, нужны индикаторы. Сидит и думает, а мне есть чеш. Здоровье. Пускай они дохнут. Имена МПС не стоят, например, поставить. Индикаторы противника. Так, что еще цели? Где цели смотрятся? F. Где? Интерфейс. Интерфейс бой. Ага, вот. Цель видим, цели. Пусть все поставим. Кто там танчит? Нихуя себе, кто это? Кот. С вами же топ-хил. Да давай туда, пошел. Луч данон. Я, короче, взял. Кикнул его. Потому что он, походу, настолько у него срак горел, что он, блядь, решил сидеть за ней. И потом он мне мог потаить, что он дает ДП больше, меньше. Ну, короче, все аргументы. И он мне потом пишет, Лимон, что не прав. В чем он не прав? В том, что это, не даешь людей, ну, анролл, собирай сам, разводи, в чем проблема, говорит. Никто не собирал. Я пришел собрать, меня попросили, ПМ, я собрал. Гурский попросил. Давай собираю. Я собрал. Ну, он еще говорит, блять, ты не прав. Ну о чем еще не прав? Анроу не делает гильдию. Я говорю, у нас не фу. Я говорю, как у Анроу. Смотри на меня. Ну такой, знаешь, там, короче, начал писать всякую хуйню. Мне кажется. Ну да. Я говорю, блин, я так всегда рейды собираю, я говорю, анролить не люблю. Ну, я говорю, арка это такой инди, да, все. Я говорю, в принципе, у всех агро. В принципе, говорю, у всех должны быть равные права. Как? Потому что здесь собирают. Я говорю, и чё, говорю, ну вот взял из того случая, говорю, а еще и у нас есть гурский, говорю, который топ ДПС давай дает. Я говорю, давай, блядь, мне. Направо. Вот сюда вот. Куда ты? Да, надо. Короче, я ему говорю, Гурский у нас топ ДПС, говорю, всех МТ остальные, говорю, на под. Я говорю, ну есть нужны Т4. Я говорю, и что теперь, я с гильдии взял двух хам, несмотря на то, что ему надо. Я говорю, а ты за одной совы хочешь мне там, блядь, говорить, добирай тех, добирай других. Да, блядь, тихо, блядь, он меня пиздит. Аху, блядь. Иди сюда. Уходим, уходим-ка. Что это, кота? Кот начал что-то писать, давайте на всех боссов пойдем. Нахуй нужно. Вы что, дрочите или чудите нахуй? Пиздор. Что происходит вообще, блядь? Вот, блядь, смотри, куда бежишь, блядь. Видишь, это дебил, блядь, так. Ну и пусть так и пусть отдыхает. У него первый. Он не хочет идти на всех, пусть идет нахер. Его первый там, блядь. Ну два и хили его, блядь. Да два моба было сагрено. А вы били только одного и ушли. А второй меня бил. Короче, вот так вот. Начал писать, типа, ты ролл не делаешь на гильдию. Ты, блядь, случай-то берешь. Говорит, зачем? Есть сова, то есть, ну, один друг, чтобы банролом, типа, есть все. Ну такой, видишь, блядь, шкурный чувачок. Нахуй.
Кто-кто? Лачданан, кто, блядь? Я не понял. Ему не нравится, что анрола нет, а ты без анрола собрал. В чем проблема? Ну да. Я говорю, собирай сам тогда. Я говорю, я не вижу, чтобы кто-то собирал арку у вас в гильдии. Он говорит, я собрал. Че вы там, блядь? Где? Сейчас на тебя луну поставлю, где ты тебя двигал? Че там кто пиздит? Сейчас как кикнем нахуй. Нихуя, все равно у тебя познание. Не удивил. Давай. Ну то самое, кися. Все, налево пойдем. Понятно. Ты что там не хидишь, что ли, или что? Я умираю. Ты гоните, что ли? Где у тебя отхил? А потому что текстуры были, блядь, я не добежал. Вы же торопитесь там. Не видите. Ты рядом с нами стоишь, что ты делаешь? Ну, текстуры были через эту херню. Какой не текстуры? 14 тысяч исцеления. Сни цвет кидает в таком случае. Друг друга, блять, учить, играть начали. Ты лучше хилишь контроль, блять. Но ты лучше танчишь. Блять, не пиши. Я сижу мне. Слышишь, не пиши, блять, этим дуракам, блядь, давай мне хил лучше. Надо ДПС лучше всех дня. У меня есть почему писать. Я готов. Надо сейфаку. Я давайте быстрее ебать. Я очень хочу жарку днечно. Я хочу тончить, ебаный рот. Да ты не можешь не тончить. Сзади. Можешь. Так, чё, шмот опять на ДД, блядь. Медведи парировали. Да куда ты полетел? Иди хиль. Ну чё, слушай. Мы сегодня, в принципе, нормально сходили. Я забрал тринку, предписываю. Кроме чешку забрал. Много хорошего лута на самом деле упало. У меня маны нету, так что ты мне это. Так пей. Да нету у меня ничего. Блять. Пулгиркин, ну-ка заряди. Стоит, блин. Заряди этому дерево, блядь, чтобы напихал его по всем дух. Яблоко ему на ветке навешал. Посунул ему штрудель в дупло. Ой, блядь. Я больше пулгирка даю ДПС. А чё он нахуй въебывается? Выеб, блядь. Вася нахуй. Ты, Вася, танку давай, да. Кто тебя ПКД пробивает, блядь? Сзади! Чё, реально не видишь или чё? Да вообще всё. Кого не вижу. Как это? О, ты смотри, я сколько в тебя маны влил. Ноль. Вообще всю. Как с тобой? Как с тобой танковать, блядь? Я всю ману в тебя влил. Ты
ты мне кастуешь какую-то. Да иди ты в жопу, я ей сел. Где могу азарку убить? Рога там тоже течет-то. Марк две плюхи дал, трэш отъехал. Лови сначала всех, прожимай, у тебя есть такая фигня, чтобы агро было на все, на тебе. Лови, трэш. Прожми эту херню. Хуярь дурака. Хотели отпиздить меня, да? Хуй вам. Решил ко мне лезть, да? А я вижу, вот меняет таргет, разворачивает. Думаю, нахуй. Конус холода покинуть тело. Давай ты перед этим, перед лафтом кого-нибудь кикнем. Желательно, не знаю даже кого. Танка кого бы. Он только опа. Прыгает в глаза. Кому-то нравлюсь. Сбил кастомов, власть. Видели, как на скеле чё-то бахнулся? Последним мились. Это чё? Кот? Откуда кот вообще взялся? Фраер какой-то. Мана в том. Мана. Ёбаный рот заливает. Копался. Тут бой долгий будет. Ну чё, Войт, что скажешь по поводу сегодняшних рейдов? Охуенный рейд. Кот стоит, он не бьет. Давайте кикнем. Бей меня, глыба ебаная. Яростей недостаточно, сука. На. Тебя захилит, ты сдохнешь сейчас. Я-то фуловый стою, себя захилит. Еще пружинки есть. Я сейчас сдохну. Я. Ну сейчас захиль всех быстрее. Блять, сдох. Я все. Поднимай его, наверное. Бугерки. Поднимать я пока. Рейндж надо словить, блядь. Чтоб не дохнуть. Ну, блядь, живи. Я в рейндже стоял. Хуй знает, на этого босса тактику надо учить. Ты видишь, заморозка идет как на груле. Если ты близко с другими стоишь, что пизда вам. Захидываю. И чё я, блядь, соляного бить его буду, ёбаный, блядь, поднимаю уже. Да кот не бьет. Да пидора кикнем сейчас это. Мне не хватает ярости. Охуенно. Захиливайся, захиливайся. Просто надо понять, как не умирать, и все. Убить его спокойно, басы нет. Сука, разморозь меня, нахуй. Дай хубаный в рот. Он меня выкинул куда-то вниз, нахуй. Сука. Да, он на меня бежит. Прыгай. Ой-ой-ой. Что это? Я не могу разморозиться. Так я тоже. Ёбаная хуйня, сука. Параши недавно. Ну опять какой-то. О. И живи как-то. Не знаю, а чё, блядь? Бля, ну ёбаный босс. Не нервничай. Давай быстрее. Да меня швыряет, нахуй. Бегу в коте уже, нихуя, замедляю, пиздец. Да, всё, поздно.
А чё вы лежите, бегаете, бегаете? Сначала беги, беги обратно. Беги обратно, блин, сейчас за нами побежит. Хилю себя пока. Беги к нам. Я говорю, кикать надо вот этих двоих дебилов. А сейчас кик. Кот не бьет. Рога ум. Рога тупой, да. Руда. Руда копай. Нечем. Иди сюда, где ты там, Ромик, бежишь к нам? Конечно, бежу. Сейчас этот босс ебаный придет, или он там стоит, хуй знает. На кого-то сагрился из вас. Бля, что не ППГ, нахуй, тут цирк. Тут вообще охуенно, пошли, блядь. Вперед, коты! Резаемся в котов. Где третий кот? Что ты там дуешь? Он с холода покинул тело. О, смотри, о, о. Кот убил один. Ну ладно, тогда не будем его кикать. Да ты видел, какой у него ката? Хули он не такой ката у него на пидоре. Видел у него випка шестая. Он просто олень. Пошли хуярить дальше. Думает ката охуенная, думает базарить может. Так, агрик пидор. Иди сюда, блядь, мерзавец, негодяй, гад. Блять, ты где, ёбаный дрот? Понятно. Ты же тут... Уже реже, где-то где. Ты же всегда видишь, в чём реет. Я тебе говорю, смотри всегда. Ты где ты? Ё-моё, тут трэш надо бить. Что вы там делали? Дрочили что ли? Код БС. Вот куда ты полетел? Куда? Ну куда? Блядь, почему стоп? Это еще здесь шкуры нету. Почему на мне агро? Не знаю, убеги куда-нибудь. Тут нахуя мне те мобы, блядь? Этот фон блинки, он постоянно по КД хочет упасть. Почему меня бьют мобы? Ау, блин, танк. Так они и должны меня бить. Потому что не выражают. Они же издалека бьют. Ты угораешь, ну чё? Ладно, сделай танк. Давай поиграешь танком, а потом, когда мы пожжём с тебя чуть-чуть, Давай я переоденусь из медведя. У меня есть шмот. Я же медведем танчил. Не видел ни разу. Если у тебя не хватает этого, как у ярости, у тебя есть обивка специальная, красная, там такая мишка. Да у меня есть обивка прожимая. Такая, что я вот сейчас нажму ее, на. Смотри, что будет делать. Вот почему ты до сих пор... Вот ты почему до сих пор... Вот меня тебе, знаешь, вопрос, почему ты до сих пор седьмая ката? Где твой бой, блядь? Кто? Алёша, ты-то попоешь, блядь. Я не качал, ничего не делал. А там не надо качать. Я ещё квест не брал даже. Там просто надо убить. И... Видишь, у меня нет. Заливаем ей этот... Ярость. Ой, блядь, ярость. Я расходил.
Они просто пробивают тебя вообще в жопу. Да ничего не пробивают. По 1500 гривен. Ага, потому что у меня... Ты видишь, почему ты стоишь? Под дотами. Вольный рост. Восстановление. Все на тебе. Жнецы это еще быстрее хилит, больше. Только стоит дорого. Жнецы это говно. 390. Вы все говно. Вот это хилит. Видишь сколько? Это кто? Говно должно говорить громче. Лужа тут идет. Да я вам... Я... Это исчезнуть должно уже, да? Вот. Слышь, нафиг нам такой друид, он сзади стоит и смотрит. Да сейчас кикнем пидора, блядь, с КДР. Сейчас мы кикнем его, не очкуй. Давай сейчас постоим, просто по ПКшам кикнем, долбоёб. Почему вы хотите кикнуть его? Потому что он охуенная ката и никто не делает. Ты видишь, что он делает? Рога вообще по КДР вот в этой луже стоит. Я вас устал просто хилить тут. Я этого не хотел. Ты у меня такой молот. Ой, кикнем нахуй. Войт нидит. Нихуя вы там. Смотри, а как лут нажимать? Он нажимает чмо. Кик нахер этого дебила кота. А когда не бейте трэш. Сразу после. Куда вот ты бьешь-то, блядь? Ну, блядь. Ну пускай дохнет хуй. Я хуй знаю, но мы так не кикнем никого, блядь. Будем втроем здесь, блядь, корячиться нахуй. Надо нормальных людей добрать. Вот я же видел. Ты чё, не мог ничего сделать, да? Стоял, смотрел на меня, блядь. Дом пью, блядь. Не агрите ничего, сейчас кота хикать будем. Бля. Резай, блядь, меня. Фу. Как это есть? Дермошлем, а ты будешь дермов... Вот давайте, медленно. да, нажимаем. Нахуй, бай-бай, кот. Этого пидора. Так почему вы кикнули его? Ну что? У нас каша. Рогу не кикаем, да? Пускай сидит. Резай. Шестая ката, все-таки медведь. Ау, блядь. Медведь. Чё? Дорога сейчас тоже ушел. Ну не искать эти дорогу, ёбки, сука. Даун, ёбаный, блядь, третья категория, хуй плёт. Ну реши уже, ну. Вот ты вот за игрой вообще видишь, нет, что меня били, бля. Че, не мог вступиться, что ли? Тебя кто тебя бил? Я не видел. А почему я умер, бля? Фундик, я там что-то сагрелся, хуярил тебя, бля. Я пошел его спасать, я слышал его, бля. И сам сдох. Я его спасать, ты че, бля? Я, блядь, сзади бил, я кота хотел кикать, а вы что-то загорите, бля. Спасатель, бля. Дерево спасателя, блядь. Вот Вангис ушел, заявил, а он пизды получил. Спас, блядь. Сука. Тяжело, блядь. Спасатель Малибу, блядь. Ой, блядь. Вот тебе? Слышь, ой. Донат, блядь, реальный детектив, нахуй. За собой начал следить, блядь, что там делать. Да. Слышь, воет. Вот тебе, блядь, только варом танчить. Ни ТК, ни друид, блядь.
ты убираешь, тот фулбисовый, эти 200, блядь, есть разница? Слышь, я у тебя агро рву, блядь, а ты мне говоришь фулбис. Пойдем ласта убьем. Как ласта, мы его убьем, мы... сдохнем сейчас? Ласта там, а, там дырка, блядь. Пошли бить тогда трэш, блядь. Пошли трэш бить. А мы вступились? Да. Да. Блять, да что такое-то? Вот что ты трешься в мини броне? Слышь, ты не работал. Урон не получаю. А, в жопу, да? А, да, ты на. Как думаете, втроем убьем, нет? Ну, конечно. То есть, если ты размахом будешь бить часто. Только, знаешь, почему вы не убьете? Потому что там трэшем будет до жопы. Вы 4 не сольете, будет еще 4. 4 не сольете, мана будет сядет. Еще... Мана сядет. У меня он просто сдохнет, потому что на нем мобов будет до жопы. Можно убить, вот пружинками постоять, побить, потом кольцо и отбегать. Под какими пружинками вон тебя? Все доты на тебе, а ты дохнешь, как муравей. Так при чем тут доты? Ты захиливай по правительствам. Надо, мне на тебя маны не хватает. Ну ты целительная не кастуй, но когда ты его кастуешь. Кастует по правительству обычно. Ох, кастуют. По правительству природы, но быстрее кастуются и больше захилят. Два покрытия, зачем? Где это? Усилили? Где это покровительство природы? Пиздец. Есть такой скилл розовый. Подхили сначала, блядь, потом скилл найдешь, ёбаный ты говорит. Пиздец. Покровительство природы. Покровительство, блядь, выедано. Пизда, я чуть не окочурился. Витаски, ты правительство, что ты хилишь целительно нахуй? Никто не хилит вообще. Этой хуйней друиды не хилят. Что-то напутано там с хилом. Какие? Вот это вот покорительство природы? Да, вот это и зовут, как хилишь. Даешь... Целительство можно отдавать только под петуха. Короче, который мгновенный. Подожди, вот какие символы у тебя стоят, скажи? Да у меня охуенно все стоит, Паша. Нет, ты назови. Ты можешь линкануть, а ты как второй друль посмотреть. И символы, и таланты. Линкани свой талант. Короче, есть символ какой-то, который вот это покрытие лапает от каждой дотки, которая висит. Да, смотри. Вон, там показано сам так. Символы все. Быстрого. Так, ну это не снимаю. Так, умножение. Да, если... Ниже 50, ну это, блядь, залупа. Буйный тоже. Мы с ним ставили символы ему эти. Там ты залупа. Пошли. Короче, какой-то из этих символов точно залупа. Есть какой-то символ, короче, покровительства, и там... Озарение мне залей. От каждой этой... От каждой... Ну, пошли, фотки, надо. Которую ты на танка повешал, вот от каждой вот этой буйной, восстановление, наложение. Ну, короче, увеличивает хилы покровительства, и им хилят. Целительное, блядь, вот это прикосновение его не используют вообще, блядь, выкинь его нахуй. Там ты выкинь, я тебя на пул вытягиваю. Ты знаешь, сколько оно маны жрёт, блядь, прочитай. Тебя только им вытягивает. Покрытие пока... вытягивается. Ходки и покрытие. Омоложение, восстановление можешь не тыкать даже. Омоложение, покрытие. Всё пиздец. Буйный рост тоже. Я 11-й. Ты просто хуйни лишние нажимаешь и по мане сидишься. Смотри, я как-то захилил по КД, вау! Я, если чё, друидом, всё, 25 гер, лес убивал, захиливал дерево. А я учусь, и чё дальше? Вот, я тебе говорю, ты смотри, чтоб ты лишний хуйни не нажимал. Вот это вот, сейчас, избыточные стены. Вот, какие-то нобы, вернулись. А чё нас так много стало, во?
дождается, когда рейд присаживает. Ну ты с пол хп стоишь, себя ему не было же, не забудь. Вот на меня, ну, я тебе просто говорю, ты буйный рост отдаешь просто так, пустую, у тебя ман проходит. Да сам ты просто так. Я тебе говорю, что ты ману не жрал лишнюю. Омоложение твоя номер один способность. Только ее хуяри, все, она должна быть на мне сил. Омоложение вообще, ну мало маны жрет. И все, и покрытие сифлёвое, и пиздец. И быстрая хилка у тебя еще есть. У тебя еще, видишь, у тебя вот этот эксперл твой босса, его надо удалить, блядь. Стой, дай, дам сказать, стой! Да зачем ты запустил так? Бля, ну поздно уже было. Эти запустили. Блять, я уже 10 раз его не могу сдать. Че вы за люди-то я такие, даже, а? Я не взял его. Да иди, то единоличники. Давай, зарение. КД еще. Добейся уже, дерись. Че, зачем ты жопой пятишься назад? Это что, тот же кот, что ли, или что? Нет. Показал. Вот тут вот на этом боссе, да, тебе придется давать буйный рост, потому что будет подамаживать рейд. Наложение буйный рост на всех поддерживает. Насладитесь этим моментом вместе со мной. Еще есть такая хуйня, это быстрое восстановление вот это. Ты, короче, когда хилишь, типа, смотришь, пиздец, типа, я просто... Да я знаю, что это в танка я кидаю, когда он на налей ход и восстанавливает, знаю это. Ты у меня еще есть петух. У меня еще петух, который у тебя цельное прикосновение будет в полную вольет. А, так это... Как его? Ты... Вот это. Так это курица. Сверху, это 3 минуты КД, блядь. Я ее никогда не использовал, нахуй. Это курица, она тебя вливает. Какая курица, блядь? 3 минуты КД, ты чё? И никто не юзает. Я потом переделаю, дуэли, не переживай. А чё я его переделаю? Это потому, что надо на фул вкачать. Так, критически. Теперь будьте внимательны, не успейте ну да, надо. Ну, вот это у меня на 2, на 1 всё вкачано. Где трэш-то? Да сейчас пойдет. Все, назад, сюда. Медведь, блядь, вставай вот сюда. Вот сюда, блядь. Все, лови трэш. Ну что там ДК переживаем, за кого? Где кто переживает? Что за ДК там писал, надо было ему сказать, что не пошел. Вот видишь, Мишка, одну кнопку жмешь и весь трэш на тебе. Кот опять стоит, кикни нахуй этого кота. Я и говорю, кот тот же самый, нахуй. Смотри, какая карта. Да не тот же самый. Не другой. Вот тот 250-й был. Напиши ему, что он пидор. Танкуй, блин. И хилька там. Бить начал. Сука,
чтобы он сдох. Где он? На вот смотри, бьет, да? Угу. Прям агрессивный, да? Ебать. Пустырей, да? Вот видишь разницу, Мишка вообще одну кнопку нажал, да страшно мне. Какой весь трэш, вон он гуляет, лови следующий, блядь. Да, на мне уже. Мишка пиздец, никто не срывает. А ДКшника уже сдохли раз 10. Фу, Гиркин бы умирал. Вообще. Тут шары летят, полетел шар. Осторожно. Ой, это что за ДК такой? А? Не сдох. Чё за еды стоял, бля? Кот, сука. Чё мне нужно? На тебе в очко, бля. Тихо нахуй того катает, а олень полный вообще. Я ману всю садил, нету маны, все, кот. Все, нету маны, зарение, зарение, быстро. Блять, ну все хуй, для кота поддохли только. Да коты-то тоже стоял в этой луже, блядь. Вас обоих хилил там, стоял два раза, блядь. Луч, а вы стоите. Да? Жопы, кто отходит жопы-то? Какой жопы? Там замедление было. Угу. Вас пробивает в секунду, блядь. Так мне надо лицом к мобам быть, я боком шел. Перепрыгиваешь их, да и все, блядь, и разворачиваешься в другой стороне. Так все. Я и шел, блядь, боком. Мобов. Мы уже ППГ, блядь, как в этом, как он, блядь, как рейд собираем, блядь. Так, похоже. Подожди, не нажимай только. Дай мне тоже нажать. Квест дать. Я чувствую. Я квест взял. Все, я сдал. Что, нажимай? Пора узнать кое-какие ответы. Начнем веселье. Конечно, вообще в шутку, блядь, от этого пати. Ты их не хиль нахуй, дураков, блядь.
И ты видишь, если шар летит, тоже отходи. Че стоишь-то, ловишь? Да, блядь. Урон-то прилетает, блядь. Шар летит до рандомного участника группы. И его нельзя. Его нельзя заэвэйдить. Посмотри, как он летит. Он летит в любого участника группы. Сейчас вот меня полетит, и я тебе в сторону отойду от него. Я вот отходил. Последний шар полетел к танку. Он летел к тебе, потом свернул, полетел к танку. Давай, менту, там все дела. Ты просто не давай хилки, когда кловери. Ты прилетел, шар дал один бумерос, все захилится. Он не захилит вас один. Потому что по 500 хилит, а вас пробивает моб, блядь, в пол сразу же, хп. Фулл гринкин вообще летит все. Кот жопой стоит, тикать нахуй же, вот дебила. Ты азарку себе не давал еще? Нет, конечно, и не надо. Блять, мне на кровь сделать. Словил по морде, да? Повышение. А хорошие новости есть? Как эту херню здесь спалить? Никак. Паладины присты. Последняя фаза. Что ты делаешь-то, блин?
чё, плотная хуйня, да? Считывание доисторических данных. Да, ты вот смотри, вот иди сюда. Изначально земельники были созданы для... Ага. Вот ты, блядь, танчишь здесь. Я стою вот здесь, отхиливаю. Ты, блядь, от луч происходит. Ты убегаешь вот сюда и говоришь, хиль меня. Каким образом, блядь? Ну так смотри, ты стоишь вот здесь. Вот тут луч. Ты стоишь вот здесь, вот где звезда сейчас. Я отбежал туда, куда ты показал. Убегаешь вот сюда, и ты меня можешь доставать. Да, а тут луч по это АОЕ хуяешь. Значит, бежишь вот сюда, напрямую ко мне. Но почему я-то должен с тобой бегать, блядь? Потому что ты еще твои, ты бежишь на ходу, кидаешь ему ложение, кидаешь жизнецвет. Жизнецвет вот покидаем, посмотри, сколько он хил. Да. Глазом давай. Да жизнецвет говно. Смотри, вот сейчас на тебя кинул. 200. И чё это? Говно. Так ты... А вот это смотри. А вот это чё? Полторы. А кинь 2 стака или 3 стака жизнецвета на стака. Так, подожди, пройдет это. Сколько? 800, и чё оно? Говно это. Так оно быстро хилит. Оно нужно, когда... Да это говно. Захилить. Иди кату делай. Глазом пошли. Да какая ката? Глазом пошли. Сука, эта бабка пиздит прям в ухо нахуй. Да глазом, уйди ты оттуда, не будь она трындеть. Один хуй, когда загрузка она пиздит. Ничего она не будет. Сейчас мы вайпнемся, да? А кто там, последний босс остался или чё? Да, всё. Кикай нахуй, ты дебила всех. Где фул гирки? Да он там фул гирки сейчас будет бить. Пошли, давай моба бить. Жизненный цвет по сотке, о, по тысяче кастуется, да нахер мне такая надо. Я вот этими быстрее под... Я говорю, покрытие надо было хилить, это что-то целительное. А я что-то вообще не знал, не видел это покрытие, кроме... Ты бы гайд почитал вначале. Она прям вообще мгновенно... Нафиг мне эти гайды читать? Ну хотя бы чем хилить, чтобы знал. Но им не хилит, почему? Потому что оно, во-первых, долго кастуется, во-вторых, оно меньше хилит, чем два покрытия захилит. То есть. Ну да, я уже понял. Сейчас сагрит, не сагрит. Смотри, сагрит трэш и сдохнет. Ну нахуй, смотри, сагрит. Не хили кота, а пускай дохнет. Пускай дохнет. На. И этот дурак тоже минус. Дохни, сука. Лед включил, блядь. Дурачило, блядь. Придурки, блядь, какие-то. Пошли пуляем, мы его нахуй. Че, резишь? Стал жопой, блядь, тоже. Сука, ДДшники агрят, блядь, танки должны агрить, идти все, они агрят, сука, ДДшники жопы свои. Не начинай, пока рейд не отхилен. Че фулгиркин молчит? Да он хули пиздеть. Он сказал, вы меня достали уже. Не, ну согласись, лучше, чем ДКшник, медведь. Да ну нахер. Да он говно полное. Вообще кал какой-то. Вначале вообще говно. Он потом нормально. Где ты? Да, а так, блядь, пизду. Ну так одеваться надо. Ну поехали, чё это?
ДК-225 не смог меня обогнать. О, кузнечный жар, Нитти, майор. Оба Нитти, кузнечный жар. Это, блядь, это, я считаю, это... Руна, ебать. О. А ты выиграл. Спасибочки. Ой, она уже у меня. А что там, крит или что там, СПД? Там крит. Там крит и СПД 512. Ну ладно, я сам все спать пошел. Давайте, ну давайте отдохнем тогда. Ронь, будешь играть? Да.